Британская компания Lotus представила новый спорткар Emira. Предыдущая модель от этого производителя, Evora, увидела свет еще в 2008 году. При этом Emira заменит не только ее, но также Alice и Exige. А еще новинка станет последним автомобилем марки Lotus, в котором двигатель внутреннего сгорания работает в одиночку. В будущем у бренда будут выходить только гибриды и электромобили. В сравнении со всеми предшественниками, Emira получилась заметно крупнее. Длина новинки 4412 мм, ширина 1895, высота 1225. При этом колесная база, которая составляет 2575 мм, здесь такая же, как у Evora. Модель Emira базируется на новой алюминиевой платформе Sports Car Architecture. Суперлегким купе не назвать. В базовой модификации вес машины составляет 1405 килограммов. Остальные версии еще тяжелее. Моторы по-прежнему установлены сзади поперечно. Поскольку двигатель находится в пределах колесной базы, компоновка считается среднемоторной. Предусмотрены две моторные модификации и обе бензиновые. Первая оснащается 2-литровым 4-цилиндровым турбомотором Mercedes-AMG M139 мощностью порядка 360 лошадиных сил. Вторая получила 3,5-литровый V6 Toyota с механическим наддувом. Отдача здесь 400 лошадиных сил. Крутящий момент 430 ньютон-метров. Первый агрегат работает в паре с 8-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Второй может сочетаться как с механикой, так и с автоматом Aisin. Динамические показатели раскрыты только для модификации с мотором Toyota. Ускорение с места до 100 км в час занимает 4,5 секунды. Максимальная скорость достигает отметки 290 км в час. Особое внимание уделено внутренней отделке, где теперь появились качественные материалы, включая кожу Napa. Имеются и современные гаджеты, вроде цифровой панели приборов диагональю 12,3 дюйма и сенсорного дисплея мультимедийного комплекса диагональю 10,25 дюйма с поддержкой протоколов Android Auto и Apple CarPlay. Также предусмотрен круиз-контроль, датчик дождя и электрорегулировки кресел в 12 направлениях. В Европе Lotus Emira будет стоить от 72 тысяч евро. Это примерно 6 миллионов 300 тысяч рублей по текущему курсу. Поставки начнутся летом следующего года.